дорогие, получила очередную упаковку. Значит, нас ждет распаковка. Так, это велюровая пряжа. Она должна быть очень тоненькая. О, какая! На 100 грамм 600 метров. И кажется, я нашла замену Адели и Сиена. Еще два цвета. Получается один такой он бежевый. Видно вам? Этот коричневый. И вот такой вот серо-бежевый. Так что скоро ждите. У нас будут маленькие зверюшки из велюровой пряжи.